Так, ребятки, извиняюсь, что сорвалось. Мне мой партнер позвонил и сказал, что я реально двинутый напрочь, что я хочу разыграть хаммер. У меня до сих пор все хотят приубедить, что можно типа слиться и хаммер оставить при себе и типа похеру. Но по факту я же пообещал, я дал слово, помните? А слово я свое держу. Ездил в H3. Нет, в H3 не ездил, но он маловат просто. H2 мне нравится больше. Но в сферу последних, в силу точнее последних событий и в том, что главный, ну вернее не главный, один из партнеров NL International это Mercedes-Benz, я подумаю, лучше как я пересяду на Марс. Когда деньги будут? Деньги будут 20-30, ну точнее 20-30 будет розыгрыш в офисе NL International. Адрес вы можете найти у меня в Инстаграме, либо же в паблике ГОСТ. А что ты Миронову так не угодил? Да фиг его знает. Видимо, ну просто ему завидно. Он завидует моему успеху, вот и все. Привет с Владивостока, ребят. Тяжело морально сейчас? Не, было тяжело, пока меня никто не поддерживал. Но меня поддерживал один человек всю дорогу. Я вас познакомлю скоро, кто это. И вчера появился еще один человек, который меня поддерживает. Эдуард. Эдуард, если ты меня смотришь, ты вообще красавец. Спасибо тебе большое за поддержку. Что ты еще думаешь, что Energy норм продукт? Я считаю, что у него нет конкурентов, и это самый охуенный продукт. Я вам чуть позже объясню. Ну, короче говоря, что вы понимали, это не спортпит. Это заменитель еды, в котором есть витамины, минералы, микроэлементы, все, что нужно для человека. И это все сделано в порцию 200 килокалорий. Понимаете, о чем я? Там то, что нужно человеку, который живет обычной жизнью, не тренируется. Так, Игорь, вы выслали мне баночку? Баночку выслал. А, кого? Я думал, по конкурсу? Не, не знаю еще. Кто? Почему из ВК все удалил? Я удалил, потому что я же гнул свою линию, гнул. И меня никто не поддерживал вообще. Один человек только меня поддерживал всю дорогу. Но настолько жесткий, короче, прессинг на меня был, что я уже начал сомневаться в своих силах и решил все удалить. Ну, я человек тоже, видите, чуть-чуть не сломался, короче говоря. Но все нормально, я все-таки взял себя в руки и буду идти до конца. Ты вообще смотрел последнее видео Цицулина? Ну, я посмотрел так мельком, понял, что он несет полную хуйню и дальше смотреть не стал. Но видео-ответ я же сделаю завтра. А Живухину что? Я не знаю, что Живухину. Борисов сказал, что обязан стать миллионером. Хорошо, я стану. Зачем видео с Дашей загружал на YouTube? Там направо. Зачем? Ну я видео все скрыл на YouTube, чтобы привлечь больше всего к себе внимания. И случайно видео, которые были в закрытом доступе. Не торопись никуда. Ребят, посмотрите, какой у меня красивый водитель. Посмотрите. Ну, Костя, скажи привет. Привет, всем привет, спасибо. Да. Скажите, что она красивая очень. Ее зовут Вика. А, кстати, вы же знаете по каналу Пекарня. Смотрите, у нее идеальный этот самый профиль. Все. Ладно, хорошо. Она не скотлился, да, она скотлился направо нам. Направо. Очень жаль, что ты себя так топишь. Ну, я вообще-то сейчас реабилитируюсь. Рейсинг жесткий, пиздец какой. Да ладно, а мне похуй, честно говоря. Один человек, миллион человек, мне до пизды вообще. Чего угодно. Цицулину хуй я отдам хаммер, потому что я докажу, что он не прав. Ну, блядь, ребят, мне вообще ржачно, что вы так поверили Цицулину. Ну, блядь, он одет как школьник, блядь. У него нет ни тачки, ни хуя нету. Ни, блядь, наверное, нормального жилья. Одет в какую-то хуйню. Ну, и образования у него нет, технолога никакого. Даже повара у него нет образования. Он финек закончил, и все. Он реально лажает. Ну, у меня там видео есть боевых ботаников в паблике ГОСТ. Зайдите, посмотрите. Там реально ржака с 28 минуты. Ну, и я, короче, его разнесу в пух и прах. По поводу Миронова, повторюсь, пошел нахуй Миронов еще раз. Я его так много раз так посылал, но еще раз пошлю. Просто тоже такой, ну, тоже чувак, типа, о, я звезда, а сам комнату показывает, которую снимает. Комнату, блядь! Комнату!
Это ж пиздец, ребят. Ну, блин, как так? У человека во столько лет даже не квартиру он снимает. Я в ахуе. Я снимаю двухкомнатную квартиру рядом с центром. Но я снимаю только потому, что мне жилье в Питере не нужно, я переезжаю в Москву. Вот, про белок цесульный шляпу несет. Теория и практика две разные вещи. Согласен 100% с вами. Понятия не имею, что там насчет НЛ, но ты крутой мужик. Спасибо, ребят. Если вы будете меня поддерживать еще, я буду еще круче. То есть человек без тачки не может иметь знаний и свое мнение? Может иметь, конечно же, может. Но как бы я смотрю тоже по успешности людей. Люди, которые добились очень малого, меня не вдохновляют и примером для подражания не являются кумирами. Для меня кумиры другие люди, там Роберт Киосаки, Дональд Трамп, миллиардеры, которые поддерживают сетевой бизнес и у которых ну до хрена денег. Я лучше их послушаю, чем каких-то непонятных блогеров, честно. В Москве где планируешь поселиться? Пока еще не знаю, вопрос открыт. Следите просто за пабликом. А всем нравится невозможно делать, что считаешь нужным. Ребят, наконец-таки от вас пошла поддержка. Спасибо вам большое. Я сейчас все сильнее, сильнее, сильнее. Хотите увидеть, как я надеру жопу и Миронову, и Цацулину, блядь, и всем хейтерам? Стыкайте мне лайки, я их захуярю. Ну, уже я, в принципе, начинаю это делать. А куда мы сейчас, кстати, с Лехой общаетесь? Да, общаемся. С Лехой мы поддерживаем отношения. Мясо по ГОСТу оставляешь? Нет. Так как я сейчас в компании НЛ, и я понимаю, что я делаю, и я докажу, что я прав, после этого хлынет, естественно, огромное количество людей в... Сейчас нам налево. Хлынет огромное количество людей в НЛ International и захотят со мной работать. Естественно, денег будет много. Вливаться в канал будет много денег. Я постараюсь подписать под видео Талыбова все-таки, чтобы он на меня работал. Только на меня одного. Ну или по возможности, короче. Просто мой любимый оператор – это Алексей Талыбов. Он прям делает шикарные вещи. Что за сетевой, что за продукт? NL International компания, nlstart.com. Так, а что мы делаем? Здесь? Ну, давай, ладно. Нормально, потолкаемся. Леха в ахуе от тебя, он в паблике сам писал, что давно с ними... А, Леха... О, давно со мной не общался Леха, да? Ну, ладно. Обидно, конечно, Леш, но как бы я думал, что мы с тобой друзья. Ну, раз ты так говоришь, ну, что поделать. Ладно. Игорь, тебе не надоело пиздить? Пиздить хейтеров вообще с удовольствием, честно. Вообще, блядь, с удовольствием. Потому что заблуждаются все. Чтобы выиграть, не нужно быть в Питере. Не нужно абсолютно. Ты можешь быть в любой точке планеты. Единственное, что ну, от тебя будет зависеть, что ты хочешь, чтобы я тебе на счет перевел эти деньги. Да, заедь за него. Или на счет я перекину эти деньги, либо же приедешь в Питер, я тебе могу оплатить проезд и проживание в Питере или в Москве, и тебе лично вручить 500 тонн. Ну или же землю, если захочешь. Бля, да, проверяю инфу, может Леха и не написал ничего такого. Да, проверьте инфу, потому что мы с Лехой друзья, реально. Не может быть такого, чтобы Леша так обо мне говорил. Извините. Не, с Лешей мы друзья, мы уже давным-давно друзья. И ты крутой чувак, спасибо, ребят. Лучше бы ты свой зал открыл, магазин открыл. Да зачем мне магазин? Магазин это, блин, 20 век, прошлый век. Будущее за сетевым. Какой у тебя доход? Ну, хотите узнать, давайте, я не буду говорить, какой у меня сейчас доход. Я лучше вам скажу. Буду показывать, точнее, мой доход на первое число месяца. Хорошо? Так. Трем. У меня, кстати, против меня даже компания, представляете? Компания не поддерживает моих методов. Я считаю, что только так можно привлечь себе внимание и сделать реально оно круто. У тебя тачка есть? Да, у меня тачка есть, у меня Hummer H2. Мы, кстати, едем сейчас в сервис, посмотрим, сделали ли с ней все, что я попросил. Не верь словам. Да. Ну, ребят, да, я не верю словам, хорошо. Прежде чем, да, во что-то поверить, необходимо пообщаться с человеком лично. Так что, Леш, если ты вдруг смотришь, ну, позвони мне, мы с тобой пообщаемся, поболтаем, как всегда. Что с ковкой будешь делать? Ковка... А что ковка? Ковка тренируется... У него сегодня съемки. Он договорился, там съемка идет.
Трансляция будет, розыгрыша, да, в Перископе я буду в прямом эфире все транслировать. Внимания к тебе много. Ну, спасибо, ребят, этого и добивался всю неделю. Любимая книга. Любимая книга Олега Новоселова. Посмотрите, кто такой Олег Новоселов и какие книги он пишет. Ребят, любую берите, читайте, очень крутые вещи пишет. А через интернет будут семинары? Да, будут семинары через интернет. Я пока еще думаю, как это сделать. Условия розыгрыша какие? Просто сделать репост поста, который в паблике ГОСТ. Новый паблик у меня g.o.s.t. Просто репост сделайте и все. Раз ты такой умный, неужели другого метода не нашел заработать? Ну, вообще-то я умный, и именно этот метод позволяет законно и быстро обогатиться. Напоминаю, что это абсолютно законный бизнес. Связь также прерываться будет? Я не знаю, ребят, ну, пока я не подключился к другому оператору, будет вот так. У меня сейчас Теле2, я подключусь потом к тому, который самый быстрый. Ты ББ бросил? Нет, я занимаюсь ББ, но теперь начистую, без формы, без каких-либо препаратов. Ну, я все равно буду качаться. И мне хочется бодибилдингом заниматься натурально, реально посмотреть, насколько моя генетика крутая. Красава, что НЛ выбрал. Спасибо, ребят. Йод убери. Ну, сегодня тогда я выберу. Я думаю, какую-то связь подключусь. От какого времени стал финансово развиваться? С того момента, как я начал продавать газеты. 7 лет это было. Лучше нет для интернета оператора, чем Йота. Хорошо. Про комбикорм, что ли, речь? А, это вы думаете, что комбикорм? На самом деле там все круто. Ребят, ну вы просто прикиньте головой, да, своей. Кто такой Цацулин? Он закончил, у него экономическое образование, возможно, я толком не разбирался. Он не технолог, не там какой-то специалист вообще, нутрициолог и прочее, прочее, прочее. Вот я дипломированный психолог, если что. У меня есть диплом даже прохождения НЛП практика, то есть я знаю НЛП тоже. Он говорит иногда правильные вещи, иногда нет. Раньше он говорил очень много правильного, а сейчас он начинает лажать. Вот так. Глаза забегали. Ну да, забегали глаза, они у меня бегают. Тут не надо быть даже спецом. А мне кажется, надо быть спецом. Мне кажется, что в компании, где много миллиардов крутится, там есть технологии и технологии. Блин, почему так жарко? Открой, пожалуйста. Включи тачку. Кондиционер. Виктория Кичанова. Виктор, можете подписаться на Викторию Кичанову ВКонтакте. Она очень интересные посты делает. Никось, передай привет, ребят. Тебе реклама сегодня вообще конкретная. Состав же о многом говорит. Ну да, в составе микроэлементы, минералы и прочее. Порция 200 калорий. Представляете, на порцию 200 калорий вы получаете все микроэлементы, все витамины. Ничем себе не отравляете, никаким избытком ничего. И получается, что вы получаете ровно столько, сколько вам необходимо. Саморазвитие лучше любой бумажки. Ну, согласен, да, знания стоят много. Как сделать репост? В паблике g.o.s.t. Просто делайте репост закрепленной записи, там все написано. Спортпит разве дешевле и качественнее? Так мы же не про спортпит говорим, а про функциональное питание как заменитель еды. Спортпит необходим для ребят, которые тренируются, у кого есть необходимость в большом количестве белка. А Energy Diet — это немного другой продукт, ориентирован на каждого человека в мире, который не занимается спортом. Ты вообще кто? Я Игорь Гостенин. Добрый день. Привет. Ковка с тобой? Нет, ковки со мной нету. Ковка в смысле в Energy, в НЛ, да. Он у меня в первой линии вообще. То есть Дима заработает скоро много денег. Если вы хотите заработать так же много денег, то приезжайте в офис. Я сегодня буду вечером. Вот сейчас доеду до сервиса, покажу вам моего хомяка. И поаккуратнее, пожалуйста, если можно. Хорошо? Спасибо. Так, пирамида. Ну, пирамида — это любая компания, в которую мы возьмем, там, Coca-Cola, Colgate, Mercedes-Benz,
что угодно, это пирамида, то есть там есть директор, далее идут замы директоров, далее идут менеджеры, далее идут там клерки и так далее. В любом случае на уровень ниже становится людей все больше, зарплата все меньше. И, ну, получается нечестный такой вид бизнеса. А что касается сетевого, вам платит компания за рекомендацию того, что вам нравится. Ну, например, возьмем какую-нибудь шмотку прикольную. Ну, от Dolce & Gabbana. Какая, например, там есть? Ну, короче, возьмем рубашку, например, от Dolce & Gabbana, которая по себестоимости ее порядка там $200, может даже $100, да, себестоимость в Китае, да, делается на заводе. А продается она там, не знаю, там за $600. То есть, представляете, какая это наценка? Наценка ведется только потому, что это бренд. То есть в эту цену входит весь маркетинг, который затрачивается для поддержания этого бренда. Понимаете, в чем дело? Соответственно, цена будет такой, которую посчитает нужным делать компания. Здесь то же самое Energy Diet. Там высокоточные технологии, завод во Франции, где стандарты качества намного выше российских. И вы думаете, там что-то, какое-то фуфло гонят? Да ну, реально ржака уже. Вы теперь будете понимать сейчас каждой трансляции меня лучше и понимать, что я прав. Потому что все, что вы слышите, это слухи. У ЕД такая же себестоимость мелкая. Ну, скажите мне, какая себестоимость у ЕД? Точно в цифрах, в фактах, в документах. Игорь, ты будешь готовиться на 8 ББ? Я попробую, постараюсь в натурашечку, если себя чувствую хорошо. Сейчас подключу еще Energy Pro. Кстати, у Energy новый бренд спортивный будет в Москве. Я обязательно там буду на этой выставке. На еды подделки вроде уже начались. Об этом лучше говорить. Делай то, что нравится, не слушай никого, у тебя все получится. Блин, спасибо большое, ребят! Вот этого мне не хватало всю неделю. Точнее, сегодня какой день работы в компании? 6-й? Я сегодня 6-й день работы в компании. Уважаемые менеджеры компании Nell International, посмотрите, как нужно работать. У тебя, скажет, трансляция все больше мата. Все, не матерюсь. Хорошо, все, не матерюсь. Молчим. Извините, ребят. Прикол в том, что тем, кто шарит в питании, понятно, что ты обманываешь. Ну, я думаю, как раз они не шарят. Поэтому они так думают. Лучше бы изучили вопрос более детально. Перестал отвечать за свои слова? Стоп. А где это я перестал отвечать за свои слова? Ну-ка, напиши ко мне. Эй, товарищ. Optimum Nutrition технологии не стоит дешевле. А я думаю, что хуже. И это спортивное питание. Вы, блин, ребят, это спортивное питание. Energy Diet – это питание, как заменитель еды для обычного человека. Это несколько другой продукт. Один такой умный, спасибо большое. Связь лагает. Ну, ладненько, ребят, все тогда. Я сейчас доеду до сервиса, опять включу перископ, так что не отключайтесь, а у меня телефон пока отдохнет и подзарядится. Я Игорь Гостюнин, пробейте меня в Гугле или в Яндексе. Все, ребят, скоро опять начну.